Друзья, добрый день, меня зовут Ангелина, я менеджер мастерской мебели «Лавка». И сегодня я вам расскажу про детскую, которую проектировала я. Это детская в комнате девочки, спроектирована практически полностью по проекту дизайнера. Некоторые дополнения мы вносили уже на этапе проектирования, ну, такое как наполнение шкафов. По наполнению здесь довольно-таки много места, и штанги, и полки, выдвижные ящики, также ящики под шкафом. Навесной шкаф над столом, где хранятся различные письменные принадлежности девочки. Также мы сюда спроектировали подоконник. Подоконник выполнен в материале МДФ с покрытием эмаль, с антивандальным покрытием, с фрезеровкой, что позволяет циркулировать воздуху нормально в помещении. Доступ ко всем коммуникациям, ко всем вентилям тут есть. И обратите внимание на то, что подоконник у нас максимально подходит под фасады шкафа, хоть и выполнены они в разных материалах, то есть там эмаль, здесь МДФ, ПВХ. Верхние фасады выполнены с фрезеровкой, фрезеровка по индивидуальным размерам. Все это делается по пожеланиям заказчика. Также в этом шкафу расположена подсветка. Подсветка включается на взмах руки. Очень удобно освещает все полки, все видно, что где находится, может служить как дополнительный ночной светильник. Обращайтесь к нам в мастерскую мебели «Лавка», и если вам повезет, вы попадете в мои заботливые ручки. Я делаю мебель для вас с любовью.